Всем привет, ребят! Добро пожаловать на ASMR завтрак с лисой. Очень рада вас видеть на своем канале. У меня сейчас утро, и я решила сегодня позавтракать вот такими вот волшебными тостами с моцареллой и, как всегда, магия кофе по утрам. Посмотрите просто на эти слои, господи, это же прекрасно. Видите, как красиво. О-о-о. Очень горячий. Все гениально, просто. Это просто белый хлеб и моцарелла. Попробую. Сюда можно добавить что угодно. И ветчину. Кстати, вот этот у меня без соуса, а вот этот я сделала еще и с соусом чесночным. Из зернового хлеба.
обычных супермаркетах редко когда можно найти хороший спелый авокадо. И вам сейчас не видно, но у меня вот тут холодильник. У меня всегда на холодильнике лежит парочка авокадо, которые дозревают. Сегодня выходной. Как всегда, когда в лесу выходной, у него хорошее настроение. А еще
вернемся на Кипр. Куда ты мне была? Напишите в комментах, кто был, понравилось вам или нет. Зачем я это делала? Так уже хочется этого моречка, солнышка, отдыха. Очень люблю.